Осенью этого года Мордовию ждет масштабная выборная кампания. Прямо сейчас партия «Единая Россия» продолжает подготовку к этому важному событию – праймерис. Процедура предварительного голосования направлена на то, чтобы избиратели смогли лучше узнать всех кандидатов. Артист джазового оркестра «Биг Бен Саранск» Сергей Гулый уверен, эта инициатива, безусловно, нужная. Предварительно узнав кандидатов, можно прочитать деятельность. Раньше все это было у нас как-то спонтанно, вкратце. Сейчас вот этот промежуток времени дается большой, в принципе. Ну, и за это время, я думаю, можно узнать уже досконально, кого предлагается кандидат в кандидаты. И, соответственно, уже идти голосовать непосредственно за выбранного. «Единая Россия» – это единственная партия, которая проводит подобную процедуру открытых предварительных выборов своих кандидатов. Они пройдут с 24 по 30 мая по всей стране. В Мордовии отдать свой голос будет возможно и дистанционно, и при необходимости очно. Победители предварительного голосования получат возможность избираться на основные выборы без дополнительных требований и войдут в списки партии. Юлия Мамаева, «Народные новости».